спросить у Гудвина, что он узнал о Пере. Селвин карает преступников, как и должен. Да он сам преступник, не лучше их! Важны лишь власть и деньги. Прости, что не удалось спасти твоего мужа. Но мой сын не осиротел. Покажи мне. Здоровы! Ты правду подарил цветок принцессе! И теперь мы помолвлены. Так делается. Нужно взяться за руки и бормотать. А еще молиться. Боже! Боже! Король Эд. Радость – лучшее лекарство, а отчаяние иссушает тело. Магистр Бата не читает вам писание. Магистр Бата скучный, как старый осел. Вот и топор, которым я прихлопнул муху. Смотрю, ты вылез из своей берлоги. А ты перевернул мой город вверх дном. Я думал, ваши боги подскажут тебе способ поизящней. Это не по ним. Если петля действительно мертв, почему бы не отпраздновать это? Не нравится моя работа, Альфред? Делай все сам. Прости мою резкость. Бог не обделил меня рвением, и порой я неверно подбираю слова. Эйвор, мы действуем во благо людей, верно? Твоих и наших. Итак, Перо, что нам известно? Школы Уэссекса медленно приходят в упадок. Мудрецов у нас в достатке, но они не делятся своими знаниями. Чем и пользуется Перо. Ты смог узнать что-нибудь из тех посланий? Да, смог. Перо призывает к борьбе детей в Винчестере. Теперь мы знаем, почему столько детей на улицах, а не на уроках. Думаю, я могу с ними поговорить. Хорошо. Ищи меня в таверне. И попытайся не запугать их до смерти. Саксонки стращают нами своих детей. Ничего не обещаю. А, это ты. Подойди. Плохой риф. Селвин. Я видела, как ты его наказал. Он был очень плохой. Да. Убил мою маму и забрал ее амулет. Он тебе не попадался? Резное деревце. Чтобы я могла ее вспоминать. Печальная история. Держи. Надеюсь, ты сможешь найти новый дом. Это мне? Спасибо! Ну что, мышка, приведешь меня к Перу? С дымом душа Элферта поднимется в небеса.
Эй, послушай, воришка. Отцепись от меня! Я есть хочу! Не дергай! Яблоки крадешь, значит? Ими одними сыт не будешь. У тебя нет курицы? Нет. Лучше скажи, ты знаешь что-нибудь о пере? О пере? Смотрю, ты храбрый. Ищи Эльфвин и Вигберта. Они все видят. Боже, да вы же сожжете весь город! Толстячок, толстячок, не поймаешь меня! Боже, лучше бы я и дальше убирал навоз в Малверне. Лети, Сюнин. Опять ты? Своих дел нет, что ли? Эльфвин, да? Ты укрощаешь огонь не хуже Сурта. Стена само загорелась. Еще бы, в такой-то жарищу. Ну? Вигберт! Балбес, пошли! Дай сюда, Эльвин. Мы видели, что стащил сопляк. На что ты пялишься? Уходите, живо. Или я распорю вам обоим брюхо. Ладно, ладно. Что ты так? Не шалите, ребятишки. Ха! Вот так-то! Вижу, где ты, там и беда. Но поймать меня не проще, чем скользкого угря. Чего ты за мной ходишь? И ради чего ты рисковала его головой? Лучше не суй свой клюв в чужие дела. Чужие это чьи, пера? Что? Мы служим Перу? Ничего ты не знаешь. Вот оно как. Это были люди Пера. И они бежали от тебя, поджав хвосты. Выходит, я спас тебе жизнь. Он сильный и храбрый. Глядишь, поможет нам. Так вы не служите Перу? Мы крадем, чтобы выжить и не попасться в Перу. Но ты знаешь, где его искать. Точно где-то в канализации. Ну, дай ему то, что взял. Может, он нас спасет? Удачи тебе и постарайся уцелеть.
как бы не попасть мышкам в лапки. Красивое, я выйду штучки. Замуж за короля Альфреда, но магистр Бат, и он заберет меня отсюда. Все умерли и оставили меня одну. Нынче ни куска не достал. Еды всегда мало. Умираю с голоду. В бессмертную душу, в то, что мы отправимся к Богу после смерти. Задумалась об этом, когда епископа не стало. Эй, что? Брось, Эльфин. Немногие так же умны, как мы с тобой. Большинство ведь считает, что женщины слабый пол. Ты обманываешь невинных. Что тебе знать о силе? Как наивно. Защищайте госпожу! Mm-hmm.
Ну, дитя, прошепчи, что узнала, и получишь угощение. Гнусная дрянь. Использовала детей ради ордена. Я обучала их. К 7 годам я сделаю из-за ребенка мужчину. Или женщину. Но к чему грамотность тому, кто может лишь черкать свое имя в навозе? А мудрость той, кто прикована к домашнему очагу. Я столь многому научила Эльфин, спасла ее от жизни в грязи. Она найдет свой путь в ордене, как и я. Я спасла бы всех. Если бы могла. Но не можешь. Ты навредила многим ради избранных. Только Орден дарует нам надежду. Он утолит нашу жажду знаний. Нужно лишь свергнуть веру Альфреда. Чтобы ты принес в жертву ради всех знаний мира. Ценный дар. К чему отказываться? Точно не их невинность. Очень жаль. Не покойся с ним. Гудвин обещал ждать меня в местной таверне.
Подними кубок и лишись серебра! Эйвор! Значит, здесь прячется правосудие? Прячется? Что ты, нет. Это поминки. Праздник в честь того, что перо уже на пути в преисподнюю. Так ты знаешь? Не только у Хильды в городе есть глаза и уши. Люди шепчутся об ангеле-мстителе, что карает недостойных. Могло быть и хуже. Твое здоровье, Элдорбана. Уничтожающий жизнь. Сижу я рядом с врагом нашим. Сладкого меда полна чаша. И смотрю я на дверь, но знаю теперь, что конец мне не страшен. Ты в безопасности, Дан. Пока. Когда кружка полна, а прохлада приятна, можно найти друга даже среди врагов. Моему клану пригодился бы такой, как ты. Мудрец, которому еще ведома честь. Хотелось бы мне заниматься лишь законами и судом. И вздохнуть свободно, зная, что битвы подошли к концу. Не выйдет. Мы будем биться даже после смерти. Таков этот мир. Пока мы еще трезвы, хочу сказать спасибо. Если бы не ты, у Англии не было бы надежды на единство. Должно быть неприятно осознавать, что последний враг Винчестера — это ты. Ты уверен, что Сакс мертв? Епископ мертв, это точно. Если он был Саксом, то и Сакс мертв. В этом случае смерть транзитивна, не находишь? Сложно поверить. Слишком все на показ. В ушах звенит от молитв и плача. Ну, тогда можешь сходить и проститься с ним. Похороны сегодня. Если он мертв, я жду награды. А если нет, продолжу свое дело. Берегись, Эйвор. Даже его труп огромен. При жизни он был великаном. Встретимся на Витере, когда удостоверишься, что епископ мертв. Выяснить, пошел ли епископ на корм червям. Печальное событие. Может, Бог одарит нас человеком, чья вера будет искренна? Ты знал Элферта? Нет, но собираюсь сложить стихи о его гибели. О, бедный Элферт, с лицом опаленным, в окружении скорбящих ты в кольчуге лежишь, будто... Спящий. А, да, точно! Ужасная участь. Ты знала Элферта? Лишь понаслышке. Он не был другом королю Альфреду, и я слышала их спор на Витоне. Мои соболезнования. Мне это все равно. Но жалко Харриет. Она пеклась о нем куда больше, чем подобает сестре. Вемба тебя раньше не видел. Ты не скорбишь, как другие. Вемба всегда здесь. Он помогает спящим, поет им песни, чтобы не страшно было идти к Богу. Спящим? Ты о мертвых? Вемба помогает.
копает. Ты копаешь могилы. Хоронил Эалферта. Ты знаешь, где Леоф? Он мой друг. Бедный. Бедный Леоф. Леоф? А что с ним такое? Спит. Спит, как мой пес, когда я его слишком крепко обнял. На него напали? Да. Да. Украли его лицо, пока он спал. Ветхая одежда. Может, друга Вембы? Ты знала епископа? Не сказала бы. Чуешь запах паленого мяса? Он что, по всему кладбищу? Ты из родни епископа? Боже, нет. Хочу убедиться, что этот нечестивый мерзавец мертв. Он спал с моей женой, представляешь? Ты разве не видишь, что я молюсь? Расскажешь о гибели брата? У тебя стыда нет. Уходи. Мне знакомо бремя, что ты несешь. Тяжесть грехов, что ты взяла на себя. Все ради брата. Я знаю, что он жив. Нет, он... Он сказал, что это во благо. Он... Я его верная сестра, так слушай же, он мертв. Ясно тебе? Мертв. Оставь меня. Я не предам своего брата. Стража, на помощь! Сейчас! Оставь меня в покое! Довольно притворства. Где твой брат, которого называют Саксом? Теперь он призрак. Но вновь обретет тело во время Витона. И Альфред не будет королем. Он убьет Альфреда? Убьет? Нет. Король откажется от трона, а Элферд поведет нас, воскреснув, как сын Божий. Какая же ты дура. Abre that, Maga!
Расправь крылья, Сюнин. Сакс спрячется в толпе и ждет возможности напасть. Но мы бы забыли о новых поколениях. Все священники, клирики и аббаты читают проповеди лишь на латыни. А как понять слово Божье, если оно звучит на чужом языке? Элферт мертв. И мы скорбим о нем. В сорной траве в полях пшеницы произрастают дела дурные. Лишь просвещение, мудрость и высокие помыслы позволят нам не повторить ошибок отцов. В этом и будет долг епископа. Мы собрались здесь, чтобы выбрать самого достойного. Того, кто станет нашим пастырем. Смерть королю! Господи! Епископ и правда жив. Назад, гость! Как же нежна свирель пастыря, что ведет стадо на убой. Я родился в семье христиан на севере. Мать обнимала меня под светом звезд и нежно шептала: «Господь хранит тебя». Потом пришел твой народ. И Бог смотрел, как ее убили за медное кольцо. Ангелы не спустились с небес, когда ее кровь лилась меж павших колосьев. Бог смотрел, и я ненавидел его. Может, Бог Альфреда испытывал тебя? И ты не справился. Бог Альфреда слаб. Но король хочет, чтобы мы служили ему. С рождения и до смерти. Мой орден хочет разорвать эти рабские оковы. Я волк в овечьей шкуре. Он хотел сам обратиться в божество. Это достойный путь. Даже волк — всего лишь пир для воронов. Мой дар тебе, да. Истина. Попробуй ее найти. С моей смертью орден не падет. Он лишь обратится в нечто поистине ужасающее. Элферт не обманет дочь Локи дважды. Ты спас мне жизнь. Прихоти судьбы забавны, Альфред. Мой король, мы пройдем переулками Волтминстер. Эйвор найдет нас там, когда все уляжется. Элферт, любимый! Нет! Будь ты проклят! Мой брат служил Богу! Он презирал вашего Бога. В нем не было веры. Но зачем его убивать? Тебе неведома жалость?
Вопросов у нас много, но ответов нет. Поможем друг другу? Скажи, от чего этот ключ? Так от чего этот ключ? Ты был ко мне добр. Во всем виноват проклятый орден. Мой брат умер из-за них, так пусть горят в аду. Это ключ от руин под домом епископа. Ищи ответы там. Сколько дней ты не покидал церковь? Сам Господь уже вонь чует. Долгие часы я не сводил глаз с Писания. Господь подаст мне знак. Мне лишь бы увидеть его свет. Знак? Боже Всевышний, дай ему знак. Укажи ему путь. Да подальше от меня. О да, яви мне свой свет, Боже. Озари меня. Пошли мне знак, Господи. Укажи мне путь истинный. Ты, пастырь мой, я агнец, что следует за твоим светом. Ты свет миру, Господи. Может, эти лучи что-то значат? Чего ты ждешь? Чтобы Господь ответил мне, указал мне истинный путь. Я не понимаю. Божий свет укажет ему путь? Может, если как-то подсветить стол, этот болван прекратит лепетать? Ты свет миру, Господи. Может, эти лучи что-то значат? Пошли мне знак, Господи. Укажи мне путь истинный. Ты, пастырь мой, я агнец, что следует за твоим светом. Мне нужно сбросить оковы братства. Я буду прославлять Господа нашего другим способом. Я составлю исчерпывающее описание деяний короля Альфреда, которое его обессмертит. Благодарю тебя, Господи. Скоро я восславлю короля Альфреда и его... То есть он будет восхвалять Альфреда, этого напыщенного сакса? Надеюсь, рукопись провоняет, как сам монах.
Осмотрись, Сюнин. Если сестра Элферта не лжет, ответы я найду в руинах. Я на месте. За дверью тайны Элферта. Отошлю это Хайсуму. Может, он что-то поймет. Все, что они делали, было во вред Альфреду. Она солгала. Здесь нет записи ордена. Отправлюсь к Альфреду за наградой. Не преграждай путь! Все вместе!
Что видишь, Сюнин? Yeah.
раз это... Это сам! Здесь полно стражников.
только с той стороны. Thank you.
Кину-ка я капюшон.